Всем привет, меня зовут Эд, и вы на канале «Проект Магнит». История, которую вы сейчас услышите, невероятно глубока и трогательна. Она коснулась не только нашего героя, в прямом смысле этого слова, но и детей, попадающих к нему. Мухаммед Бзика живет в США, и сейчас ему 62 года. Он известен тем, что на протяжении 20 лет ухаживает за смертельно больными детьми. Жизнь самого Мухаммеда очень сложна. Достаточно и того, что его родной сын родился с инвалидностью, при которой страдают кости, становясь хрупкими и слабыми, отчего мальчик с самого детства перестал передвигаться самостоятельно. Но на этом беды Мухаммеда не закончились. Много лет назад ему диагностировали рак, и к тому моменту, когда это произошло, рядом с ним никого не было. Сын был в клинике на лечении, практически жил там, а жена вот уже год как покинула наш мир. Мухаммед был совершенно один. Когда врачи спросили, есть ли у него семья, он просто промолчал. Ему было очень страшно, ведь он услышал свой приговор и даже не мог никому об этом рассказать. Он остался один на один со смертью. Ему было очень трудно. И единственным его утешением стали молитвы. Несколько месяцев он ходил по больницам, принимал кучу лекарств и однажды слег на длительное время. В палате он заметил маленькую девочку, которая тихо лежала и лишь изредка издавала непонятные звуки. На протяжении недели к малышке так никто и не пришел, чтобы навестить или узнать, как она. Тогда Мухаммед поинтересовался у врача, что с этой девочкой и где ее родители, на что тот ответил, что это брошенный ребенок-инвалид. Услышав это, Мухаммед вспоминает, что в тот момент словно сам являлся брошенным ребенком, которому, как и этой девочке, осталось жить всего ничего, и он так же, как и она, умрет в одиночестве, не имея семьи рядом. Так прошли долгие 2 месяца. Врачи удивлялись, каким чудом Мухаммед до сих пор жив, но вот девочке повезло меньше. Она скончалась на глазах у мужчины. Позже, вспоминая об этом, он рассказывает, что тогда в больнице эта малышка поддерживала в нем жизнь. Она как будто стала его семьей. Доктора говорили, что она ничего не слышит и не чувствует, но это не мешало Мухаммеду рассказывать ей сказки и просто общаться обо всем, что придет в голову. С ее смертью в нем многое изменилось. Он вдруг понял, что нужен этим детям. Он пролежал в больнице еще месяц и за это время каждый день исследовал ситуацию, все больше узнавая о брошенных, безнадежно больных детях и наводил справки. Он напрочь забыл о болезни и был поглощен идеей подарить семью всем тем, кто в ней нуждается. К моменту выписки у Мухаммеда исчез рак. Врачи не понимали, как такое возможно, однако Мухаммед знал ответ. Он твердо верит, что найдя свой истинный путь, он обрел бессмертие, разумеется, в переносном смысле. Тогда-то он и взял к себе домой первого умирающего ребенка и стал о нем заботиться. И после его смерти он пошел за другим. И даже сейчас он нянчится с слепоглухонемой парализованной девочкой, но, как говорит Мухаммед, это опять-таки не мешает ему рассказывать ей сказки и дарить свою любовь. Он говорит, что уверен в том, что эти дети прекрасно все ощущают и чувствуют, что они не одни, что рядом есть кто-то, кто держит их за руку. Доктор, который наблюдает эту бедняжку, говорит, что жива она до сих пор только благодаря Мухаммеду, благодаря его усилиям и любви. За глаза все называют этого мужчину ангелом, и видя эту картину, ты понимаешь почему. Сам же Мухаммед говорит, что у него было много детей, и он никогда не делил их по расовой или религиозной принадлежности. «Все мы дети одной вселенной», — говорит он. «Все мы под одним небом, и поэтому нам нужно быть одной семьей и помогать друг другу по мере сил. Каждому нужна семья. И когда мы поймем, что мы не чужие, тогда и детей, молодых людей, стариков, страдающих от одиночества, не станет». Thank you.
И на сегодня это все. Мы увидимся с вами очень скоро. До этого просто будьте магнитом и притягивайте в свою жизнь только самое лучшее. И да, оставляйте ваши комментарии, потому что некоторые из них попадут в следующий ролик.